Сотрудники полиции отмечают, что с каждым годом фальшивки становятся все более качественными. Распознать их с одного взгляда довольно тяжело. Однако есть несколько простых манипуляций, с помощью которых любой может выявить подделку. Особое внимание необходимо уделить на качество бумаги, самой банкноты. То есть банкнота не должна расслаиваться на две половинки, должна иметь характерный хруст. Соответственно, при визуальном осмотре денежного знака не должна полоса вкрапления отделяться, да, расслаиваться и так далее. То есть не должна иметь технических повреждений. Мы проводим профилактические мероприятия, направленные как раз на пресечение, да, и в принципе, чтобы у недобросовестных граждан не возникало желания сбыть, да, то есть приобрести что-то на поддельные денежные средства, потому что преступление считается тяжким. До 8 лет лишения свободы, статья 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках краевой операции «Купюра» анапские полицейские проводят профилактические беседы с предпринимателями и жителями курорта. Продавцам в магазинах дают специальную памятку с сериями и номерами купюр, на которые стоит обратить особое внимание. В Анапе пока не было случаев, когда поддельные купюры оказывались в банкоматах. Фальшивки ходят по рукам. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.